пилят сучки высоко. Учителя требуют нормы. Потеряевская смена. Там кто? Алёша. Убирает ветки, чтобы солнечный свет попадал. Нормы требуют этого. Вот уже сколько опиливает, и все добавляет, добавляет. А? Я говорю, ничего без вас тайно не сделаешь. Ну вы извините, я у тебя краску красную забрал. Ты? Ну конечно. А что красить? Крест. Крест покрасить надо. Если бы голубым бы покрасили, но лучше. Нет, красный. Красный. Кровавый крест. У вас все, пятница, кровавая крестка. А у тебя кисточка-то где? Да у меня нету. А как ты красил? А я на палочку намотал тряпочку. Ну, понятно. Варлам и Назарий. Да кто-то вообще-то не мешает. Что-то ушибка вы тут разохотились. Такой на храме был. Крест туда перенесли. А туда другой сделали. Опа. За маленьким там в окно не ударило. Я понял. Отлично, все. Вот так. Чтобы ученикам было светло. А там видно крест, который на храме святого мученика, епископа Анфима Никомедийского. В 302 году мучен был. Помоги вытащить. А, помоги. Ну, иду. Вопросов никаких нет. Давай, 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 спускай. Поднимай его, а то сломает. О! Как интересно в деревне все, но по-разному. Ты не упадешь, Назарий, с плиты-то, а? Он не упадет с плиты? Назарий, упадешь с плиты-то? Бегайте, не надо тут бегать, тут очень опасно, высоко вам. Три плиты, четыре даже. Так,
Мы принесли малины десятину тебе. Матушка просила, вчера приходила. Не надо, ну. Но она приходила, я не могу. Кто пришла? Матушка просила 2 килограмма сахара, мы полное ведро принесли. Ну. Говорит, мне малина еще 2 килограмма надо. Я еще буду. Неужели спорить с ней? И конечно нет. Звонил Астахов, какой-то адвокат или какую-то большую должность занимает, подсказать нам, помочь в этом процессе, лагерь музея. Я говорю, не надо, мы молимся, все уже, что можно сделали, послали, уведомили. Это Виталий. Вот так идет. И торопясь, я его гоняю за это. И на работу подходит. Уже сколько времени я здесь, а где же он был? А где ты столько времени был-то? Я ходил на двор. А? На двор ходил. На двор. Понял. Ну сейчас я у тебя ведро взял, после этого ты где был? Занес воду и на двор ходил. А куда ты ходил? Ну к себе на самом. К себе? Иди на работу, так идешь столько времени. Так какой же двор, на двор ходит только утром. Ты же в армии не был. Не знаю, мне после малины. Да никому малина, она через 14 часов дойдет, а обман опять. Не могу раскачать никак. Мне сейчас звонил какой-то адвокат, юрист, и говорит, я за вас заступался, когда реабилитировали. Я говорю, когда реабилитировали, за меня не надо было заступаться. Это решение Верховного Совета было. Нас всех реабилитировали, никто ни за кого не заступался. Ну, что-то такое, дескать, было. Как выиграть этот процесс сейчас, как туда написать? Я говорю, да у нас есть кому писать. Ну, я говорю, помолиться, можете помолиться. Это Любовь Николаевна вывела его. Уже охотники есть. Помочь нам. Ну, вот сейчас светлее будет. Он говорит, в школе темно. Ну, да. Света не хватает. Ну а что ты думаешь? У тебя он под окнами-то. А мне хватает света, мне не надо. Ну ясно. Хорошее зрение. Так. Не, когда? Ночью. Днем-то в дом-то только пообедать заходишь. А ночью спать. А ночью спать. Поэтому она и окна вообще даже не нужны. Ты вот этих веники сделай себе. Вам надо? Я вам отдам. Да у нас хватает. Ты бы вот так эти деревья насадил сплошняком, чтобы во время моления в окно не заглядывали, не выглядывали. Стоят, молятся и выглядывают, голову повернут и ну, забыли, где находятся. Пускай все посмотрят. Они сейчас что увидят? Они ничего не увидят. Что? Ласточки, воробьи, опять деревья видят. Все видят, все творение Божие видит в окно. Да, творение Божие. А думает, это не творение, а кто прошел мимо. У нас никто не проходит мимо-то. Кто проходит? Адвентисты седьмого дня спрашивают, у вас не отвлекаются люди, когда вот богослужение идет, и в окно не смотрят? Я говорю, нет. У нас окна узкие, высоко. И поэтому никто не посмотрит. Да, храма где, да. А? Ну да. Здесь, может быть, поднять окна просто... Гляди, Назарий полез, он лестница не опрокинется у него. Да ладно, что с ним, ничего. Первые уроки получит. Соскочил. Вот, говорит, воспитание детей. Вот воспитание детей. Когда они с отцом видят, как отец работает. Да, он все видит, рядом бегает, там шлепнулся, тут. Ладно, пускай здесь лежат, Леш. Я приду, обрублю, потом я их это... Сейчас все. Я там другим занялся. Слава Христу.